А вот так начинается доброе утро у меня. Опять жгут лес. Везде полыхает. Пилят, жгут. Это ужас какой-то. А вон там уже дома видны. А когда-то все было лесом. Главное, прям даже в соснах жгут. Не боятся. Трава высокая, сухая. Не боятся, что загорится. Ни машины, ни пожарной нету. Даже людей около костров нету. Где-то вдали там, слышу, пилят. А потом загорится все это.